Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, поехали посмотрим, какие у нас сегодня задания. И это у нас выиграйте две игры с зомби-героем. Также нам нужно нанести 20 единиц урона героям Капитаном Огоньком. И 20 единиц урона нам нужно сделать ночным колпаком. Так, ну что, пойдем тогда, наверное, за Капитана Огонька. Наверное, с него начнем, я так думаю. У меня, конечно, паршиво получается за него играть, если честно. Ну давай, выбрать. Поехали. 16 новых карточек на него. Я даже не смотрел, ребят. Я даже не знаю, я не помню, что это за колода. Так, мне выпадает разгром. У него 27 ранг. Ну давай. Давай смотреть. Ну, в принципе, пока меня устраивает все. Надеюсь, этот разгром у нас будет не на гаргантюахах играть. И не на спортивной колоде. Что, скорее всего, ребят, на спортивной колоде, да? Блин, мне бы, конечно, огурец как-то выставить. А как ты его выставишь? Он же его может валуном швырнуть или выкинуть его. Поэтому начнем, наверное, мы... С чего мы начнем-то? Сейчас глянем. Сумейс-то только не ставь. А ну-ка давай посмотрим. Хочу посмотреть. Так, если он этого взял, неужели гаргантюахи, а? Да ладно. Надеюсь, у тебя нету камня? Нету, ребята. Может быть, еще и прокатит. Ну что это? Началась прокачка. Только не надо ставить тренера, пожалуйста. Так, два... Давай сделаем, значит, вот так вот. И вот так вот. Плюс 4 к атаке. Попробуем. Он этого может убрать, кстати, мне. Да? Ну ладно. Смотри, что вытворяет, а? У него 4 к атаке идет, блин. Короче, сделаем так. Сам не знаю, зачем я так сделал. Поехали.
3 единицы урона я пока сохраню. Эх, неприятно, конечно, ребята. Ой, что я делаю? Я же... Ой, дурак. Пока все. Так, неужели у него сейчас еще будет один тренер? Блин, это будет фигово. Я тупанул, я, ребят, попутал банан вот этот вот с перемещением. Угу, вылупился, да? Бонусная атака, да? Взял банан, мне гад уничтожил, а? Давай-ка мы этого уничтожим. И что? Давай смотреть так, а что делать-то, ребят? Ну, он без карт остался, кстати, я тебе скажу. Вот этот гаденыш меня нервирует. В данный момент. Так, что будет, если я сделаю, например, вот так? Потом вот так. И вот так еще ко всему прочему. Я тоже остался без карт, друзья. Ну ладно, что он хочет этим добиться? Раз. Два. Так, давай защита. Главное, чтобы защита, ребят, сработала. Это мы оставим пока. Дело дрянь, друзья. Как думаешь, пробьем или в блок мы ему ударим? Если в блок, это будет плохо. Он может его уничтожить сейчас. А, вот он что делает. Ну нафига мне два вот этих вот банана? Все, ему крышка, ребят. У него фокус не сработал. Тренеров ты, парень, мало взял. Как-то так. Ну что, капитан Огонек нанес 20 единиц урона. То, что мы хотели, мы сделали. И теперь кто у нас там следующим идет? Так, следующим у нас идет ночной колпак. За ночного колпака нужно еще, ребят, попыхтеть. Но если он раздухарится, и если он выйдет из-под контроля, колпачок наш. Это будет жесть. Какой ранг 17-й? Серьезно? Слушай, я, кажется, догадываюсь, что это за партизан. Неужели тот самый?
Ты понял? Это что такое, а, друзья мои? Что он там сейчас сделает? Кто? А, Добуры. Защита сейчас еще сработает, да? Ну как так-то, ребята? Ну как так? Ну что ты там будешь ставить, выставлять? Все? Будем бомбить или не будем? Я думаю, пока не будем. Такс. Что у нас дальше будет? Как ты, блин, достал меня со своими этими защитами, блин? Ну, что ты там, кого ты там призовешь? Ну, ладно. Так, значит, нам нужно нанести ему... Это фигня полная. Значит, нам нужно нанести ему... Ну, я думаю, что ему кранты, ребят. Раз, два, это... По 4. А, нет, 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 ребят. Ошибаюсь чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Так, ну что, погнали. Тун-тун-тун-тун. Блин, если я сейчас этого поставлю. Тут 2 единицы урона, да, получается? Но сейчас у него будет перемещение, насколько я помню. Ну, с бонусной атакой, понятно. И вот теперь, мы все это дело... Блин, он 4 стоит. Пропускай вход, короче. Мне пропускать только ход, ребят. На следующем ходу уничтожаем. Как? Я думаю, ты понимаешь. Это что он там заморозку делает? Это уже, ребят, ерунда. И это все ерунда. Пускай он там радуется, чему хочет. Я не знаю, чему он там радуется. Сейчас ему кранты, вот и все, ребят. Смотри внимательно. Что-то какая-то неувязочка получается. Вот сейчас вопрос в другом. Есть ли у него кто на воде или нету?
Раз, четыре. Блин, ребят, не получается, ни шиша. Он же кого-то сюда поставит, так ведь? Ну нафиг мне вот эти вот два клононаса. Ну вот скажи мне на милость, блин. Ёпрасете, блин. Ну что это за издевательство-то? Ядрен матрен, ну. Я с этими клононасами ничего, каши не сварю, ребят. Фу. Спасибо. Наконец-то улыбнулся, счастье. Все, у меня уже просто паника началась, ребят. Фу. Ой, господи, ребята. Сделали мы свое дело это. Блин, колпак, чуть было бы не сфейлились, а. Вот такие вот дела. Ну что, нам нужно еще выиграть две игры за зомби. Ну давай начнем, наверное, с бесенка. С нашего бесячества. Наше высочество бесячества. А там, там кого-нибудь еще возьмем одного. Посмотрим, кто там у нас будет. Самый такой выпендривающийся. Блин, против Бонгчоя, конечно. Именно бесенок против Бонгчоя не особо хорошо заходит, блин. Можно сказать, даже вообще не заходит. Ну давай проверим. Видишь, бомбочка у него нашлась. Может быть, оно и хорошо. Давай проверим. Так, он, наверное, сейчас будет морковного динозавра ставить, скорее всего. Ну давай, Бонгчой, ну. У меня третьего хода нету, у меня есть только пирата этого ставить. Но его лучше всего ставить, когда есть прочерк. Смотри, что он. Он просто... Ага. Нет, не просто, ребят. Не клеится что-то как-то не шиша, ребят. Ну и что делать? Так что ли? Неуязвимость ставит. Вытворяет, а? Ты посмотри, что вытворяет. Стоит ли мне бесят выставлять? Стоит. Ха-ха-ха!
Так, ребят, кровожадность. Будем сейчас на кровожадности играть. Вот так вот, значит, да? Бесявое хмырьё, а? Поможет. Так, что мне сделать вот с этим, вот я думаю. Погнали. Этот, да, прокачает своих этих олухов. Так, одного уничтожим. Потом у нас пойдет пират тогда. Поставлю, пожалуй-ка, и вот так что сделаем. Ой, как хорошо-то. Нехорошо, ребят. Погнали. Кого он там выудил, ребят, я без понятия. Ну, надо делать вот так. У меня 6 хп. Это, по-моему, не поможет, да, ребят? Если я молнией бомбану, он же должен его уничтожить. На. Поехали. Поехали. Хорош. Блин, если у него сработает защита, он сделает 2 удара по земле. То это будет больно. Все? Так, ребят, ну я не знаю, как нам лучше сделать-то. Акулой пожертвовать? А если он по земле нанесет 2 единицы урона? Если он по земле нанесет, то нам в любом случае крышка, да, будет? Поехали тогда сделать так. Он рассчитывал на защиту, ты понял?
Но мы-то умнее. Мы-то обхитрили его. Ладно, хорошо. Наш бесенок вроде бы справился. Давай попробуем теперь за разгрома. Блин, мне кажется, он сейчас начнет фейлиться, ребят. Почему-то так кажется мне. В тот раз он не потянул. В прошлый. Так, Бонг Чой. Травяной кулак против нас сейчас выступает. Ладно, давай посмотрим. Все, блин, ребят, хорошо, как бы, да? С одной стороны. Ну, кактусы, что еще скажу? Сейчас, я, по-моему, ребята, помню, была такая колода на одних кактусах. Ладно, сердце пока есть, может быть, захиляться потом. Ну, это не страшно. Давай, наверное, так сделаем. Так, ну что? Блин, нам еще нужен ход. Не буду я пока тратить. Паршиво. Даже так? Нифига! Повезло просто. И что вы прикажете делать? Мне в любом случае крышка, ребят. Ну да, тут я ничего не смогу сделать. У него сюда. Доброго дня. Доброго дня, командор. Что мне тут сделать? Бонусная атака. Угу. И еще бонусная атака. Ну, слишком... Ни одного гаргантолога не было, ничего, ребят. Поэтому на одних гаргантюашках, когда они выпадают у тебя, ну, шансов... Шансов раскачаться, ну, нету просто-напросто. Так что разгром сегодня обделался. Так, давай тогда за... За ржавый разряд... Если ржавый разряд не справляется, остается только заразительная сальса. Она будет там плясать, наяривать. Танцуй, наяривай, соси, не разговаривай, да? Как-то так. Ну вот, кто-то найден. А найден у нас подсолнух. Эй! Фух, я уже думал, что это зависло. Что-то какие-то подлагивания, тебе не кажется? Смотри. Так, давай это уберем. Вот так оставим. Опять же, ребят, немножко тупанул. Надо было все-таки одного из спортсмена рерол сделать. Ну, чтобы хотя бы другой тут выпал. Нафиг они мне два нужны. И что происходит? И это только, блин, извини меня, на втором круге будет. Вообще без вариантов. Не фартануло, не свезло, да?
Бам, бам, сейчас наполучаю звездюлей. Блин, ребят. Трындец. Сейчас не удивлюсь, если он мне сейчас звезданет еще. Но если у него фруктовый микс должен быть, тогда получается. И еще что-нибудь, да? Минус один-один по земле? Нет. Так, ну давай хильнемся тогда, так уж и быть. Отлично, ребята. Мы можем даже этого спасти. Если он сейчас... Ну, сейчас посмотрим, что он сделает. Ага, нет. Тогда ракетами его уничтожаем. Угу. Началось. Так, дальше у нас... О, какие друзья-то у нас тут, смотри, появляются. Давай так сделаю. Уничтожает зомби на земле, прикинь. Ну что, а теперь выкидываем этого парня. А что еще делать-то? Сейчас такой опять, хоп, уничтожает зомби на земле. Я вообще в шоке буду. Гриб. Гриб, подосиновик, ребят, появился у него здесь. Ну, он сейчас хитро сделает. Он, наверное, у него сейчас работает защита. Блин, двойной. Ему немножко неправильно это сделать. Тебе надо было вначале выставить его, а потом только уже применять гриб. Но он, в принципе, сейчас все равно карту получит, поэтому прокачает. А у нас только лишь... Двоечку, подожди. Два и ниже уничтожает сразу же всех. Ну что, значит сюда тогда ставим? Да? Ребят. Поехали. Что-то не выпендривался. Чё, клубничка? Вот даже как, хорошо. А, ладно, сделаем. Ага, и своего же, ладно. Без проблем. В табло тебе. Так сделаем, посмотрим. Если он опять уничтожает всех зомби на земле, ну я тогда не знаю, ребят. Короче, у него пошло на выживаемость. Он хочет выживать. Ну. Все, поехали. С двумя картами ты, парень, далеко не уйдешь, я тебе сразу говорю. А я уйду. Очень далеко уйду.
Почему? Потому что я сейчас поставлю тренера. Ой, да еще и сумоист. Так что, парень, у тебя ноль шансов вообще здесь что-либо сделать. Плюс у меня еще и есть Савиш, вирус. Что он сейчас делает? Ну, допустим, поставил эту фигню. У него еще сейчас выпадет растение какое-нибудь с прочерком. Это понятное дело. Вот. Смотри внимательно. Сейчас я вот этого вот уничтожаю через... Этого мы откинем вот сюда. Зарядим вирус. Эх, стражник, слишком поздновато. Ладно, поехали. Смотри внимательно. Так, а теперь смотри дальше. Смотри, что сейчас будет. Хорошо. Хорошо. Поживешь чуть-чуть. На один ход буквально. Теперь смотри, ответочка. Незамедлительная, ребят. Все. 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 Дочирикалась птичка. Ребят, ну мы с вами прошли все ежедневки на сегодня. Так, у нас, по-моему, там что-то... О-хо-хо. Надо же, как приятно, что еще и выполнили задание. Может, так, выиграйте три многопользовательские игры ржавым разрядом. Ну, это как-нибудь там, потом, на досуге. Так, ну а сейчас у нас что идет? Невероятное событие, давай посмотрим. Так, гриб, который производит больше солнца, отлично подойдет для стратегической колоды вспышки на солнце и изобилия споров. Но я бы не сказал бы, что этот гриб очень подойдет. Не сказал бы, ребят. Несмотря даже на это изобилие споров, как они тут пишут. Ну что, я могу микс зарядить. Ничего я уже не заряжу. Я сделаю, наверное, вот так. Пока. Потом этого надо валить. Я, короче, понял его. Прекрасно, ребят. На гаргантюах он будет сейчас выступать. Еще вытворяет. Там кто у него может быть? Там может быть сумоист, так ведь? Так. Ай, тупанул. Поехали. Ох ты. В кого он сейчас пшикнет? Сюда, да? Так, этого минус. А, нифига, он выжил. Блин, что, превращать их всех, что ли, а? Ну, выбора нет, давай. Он сейчас вирус какой-нибудь, да? Безумие у него. С этим мы разобрались с голодранцами. Что дальше? Пшел отсюда. Так, это получается... Восемь хп мы ему оставляем, да? 8 хп. Гриб. Ну, гриб только на гриб. Как тебе такой расклад? Блин, мне совсем не нравится, ребята. Просто берет и уничтожает всех. И чё? Чё он чудит? Так, ладно, 5. Мне не нравится, ребята, наша обстановка дел. Постановка дел.
А грибы-то где? Ё-моё, вы чё, блин, издеваетесь, что ли? Да мне крышка сейчас, ребята, вот сейчас размажет меня. Офигеть, вот это вот говно, которое Гаргантюа просто держал его до последнего. Знаешь, вот это специально, как будто вот у тебя есть карты. Он знает прекрасно, что у тебя нет выбора, ты будешь их всех превращать в этих. И он просто его выставляет в конце. Хмырьё, блин. И вот поверь мне, когда я буду играть второй раз, вот тогда я его завалю. Потому что я знаю, что у него есть и что от него ожидать. Ну что, друзья мои, а на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.